Вообще тут не вижу проблем. Вы хотите ознакомиться с материалами проверки? Поможем. Я тоже на это сильно надеюсь. Вера Михайловна, можно? Угу. Позвать ее к телефону? Конечно, конечно. А Вера Михайловна говорит, что не будет разговаривать. Вера Михайловна, хоть она слышит меня? Сейчас я включу громкую связь. Включите громкую связь. Ага. Вера Михайловна, слышите меня? Анна, скажите, ну, сигнал дайте мне какой-то, что слышит она меня, не слышит? Он закрывает головой и говорит, что нет. Говорит, что не слышит меня, да? Да. Вы фиксировали все хотя бы на аудиозапись? Нет, не фиксировала. Почему? Ну, Анна, почему? Думала, что так поговорить получится. Анна, я вам 10 раз объяснял. С этими я не хочу ругаться, потому что Вера Михайловна меня слышит. Но вот, вот с этими последними людьми только через запись. Значит, сейчас прям включаете видеофиксацию и на видеофиксацию фиксируете отказ Веры Михайловны предоставить для ознакомления материалы дела в полном объеме, в том числе с персональными данными. И вот эту запись мы второй раз посылаем в прокуратуру. Если они не отдупляют, если Вера Михайловна не отдупляет, что значит ознакомиться с материалами дела? Значит, прокуратура второй раз продублирует специально для нее, для особо одаренных. Анна, у меня к вам только одна большая просьба. Зафиксируйте, пожалуйста, ее отказ. Отказ зафиксируйте, потому что этот отказ будет для нее последний на этой должности. Чтобы это не было голословным, что вам отказали, зафиксируйте, пожалуйста, этот отказ, желательно на видео. Услышали меня? Да, хорошо, я постараюсь. Все, и перезвоните мне, скажите результат. Балабол это кто? Балабол это кто? Балабол это кто?